Человек, собаки, друг. Когда мы ее не пели, но сейчас прям попробуем. Про Юпитер вы не спите на бис. Правильно? Да. Обязательно споем на бис в конце, если вы не передумаете. Нет. Нет. Еще раз, запомните это имя. Евгения Теджетова. Просто посмотрите, полистайте в интернете. Вы знаете, мы тоже ведь эту песню услышали, знаете, на фестивале где-то в Новосибирске. Вышел в конкурс, мы сидели в жюри, вышел в конкурс юноша, такой лет 15, и такой и вот эту песню спел. Я подумал, боже мой, почему же я ее не знаю. Она написана в начале 2000-х. То есть это юноша еще не родился в этот момент. Ну вот, молодое поколение эту певицу знает. Ну, такие молодые поколения, которые так продвинуло. Много. Ну да. Сколько прекрасных песен. Солнечный круг. Вот. И учат в школе. Значит, друзья, значит, вот на этот счет мы не готовы, да, Лидия? Готовы, готовы. А мы поможем. Вот солнечный круг. Случилась история далекой Тюмени. Где-то еще, наверное, тоже в начале 2000-х. Лида. Лида. В тюменском ресторане я услышал французскую речь. А ресторан назывался «Чум». Это, ну, представляете, ну, в 90-х годах это так чудес было много в стране. Это какой-то спортзал, в котором стоят чум. Прям настоящие чумы. И, значит, вот там стоят компании этих чумов. А там у них фирменное блюдо. Это настойки на всех вот этих вот северных травках, орешках, там мхах и чего только это нет. И, значит, по-моему, пробный такой сет, это, по-моему, было их 18, по-моему, штучек. Они на такой досочке все стоят. И все очень ароматные. В принципе, этого сета хватало, чтобы уже начать понимать французскую речь. Вот. А тогда, если вы помните, это же там немецкий таежный край, нефть, газ, компания Total, французская, она там была очень широко представлена. И, естественно, французов там было много. А я в школе изучал французский язык. И единственное, что я помню, в библиограммах писался 30 октября, в библиограммах партии коммунисты учили. И еще песню «Он солевал, он съел сам пом». То есть солнечный круг не говорил на французском языке. Вот и значит, и он, видимо, тоже к тому времени уже этот сет весь попробовал. И пришел он к нам, в чем так вовлечен, меня не уснул. Потому что такого исполнителя, как я, видимо, не часто встретишь на тюменской земле. Тем более во Франции. Это что называется народный дипломат. Вот я так понимаю. Значит, это, конечно, не отменяет песни «Солнечный круг», но мы ее петь сегодня не будем. Значит, давайте мы ее споем 1 сентября. 1 сентября в этом зале мы с Евгением Николаевичем поем сольный концерт, который называется «Школьный вальс». Это будет все из школы, все, что с ней ассоциируется, все, что мы помним, все, что и так далее. И вот там «Солнечный круг» — это прямо... Забили стрелку, 1 сентября встречаемся здесь, в малом зале, а 3 июля мы встречаемся в большом, отмечаем день гаишника, а 8 августа день котов, там же в большом зале. Да. У нас столько планов громадил, да. 1 сентября, там 1 сентября. Да, 1 сентября, вот 1 сентября. Да. Это мои учителя. Да.
Так что 1 сентября будет петь программа «Школьный вальс» и «Солнечный круг», и все на свете, и учат в школе, мы все обязательно споем, потому что это надо повторять. На самом деле эти песни композиторы писали, и так вот с кондачка их не споешь. Да, надо время потратить. Текст на русском или на французском? На всех возможных. Я вам сейчас расскажу другую историю. На английском просьба выучить. Значит, это дело было еще в старые времена в Польше, городок Торун, и там у них проходит фестиваль песен Булата Акуджава. Да, он большой, там очень любят Высоцкого и Акуджава. Вот, и мы были туда, на этот фестиваль приглашены когда-то, и, значит, один из организаторов говорит, мы будем сейчас петь песню... Пани Панове, естественно, да, Польшу, какую песню петь Акуджава, да, и, значит, на всех языках мира. Да, и решил, что так, что мы куплет поем на польском, куплет на русском, припев на польском, куплет... Припев на русском, да, вы понимаете, на русском. Она сама такая немаленькая. И, в общем, целое деление концерта, мы начали, она еще и медленная, и долгая такая, вот, так что на всех языках тут чревато. Ну, «Солнечный круг» можно на всех языках попробовать. Ладно, попробуем. Была такой жар, только что помянутый. Ну так это же была погодочка. С детских лет поверил я, что от всех болезней комендантского короля не найти болезни. И с тех пор горит во мне огонек той. Все дело в том,
цели невесту и подынец помчался он. И вот, когда вожделение уже кружилась голова, не то с небес, не то поближе, раздались горькие слова. Видите ли, мой корнет, очаровательный корнет. Все дело в том, что у невесты, все дело в том, что у невесты приданного в помине нет. Все дело в том, что у невесты приданного в помине нет. Тогда корнет бежать решился. Из-под венца какой скандал на станок. У дилижанса он в черном фраке прибежал. Тогда, чтоб близости спасения, уже кружилась голова. Не то с небес, не то поближе, раздались горькие слова. Видите ли, мой корнет, очаровательный. Все дело в том, что в дилижансе, все дело в том, что в дилижансе свободы без представьте мне. Все дело в том, что в дилижансе свободы без представьте мне. Не надеешь и конца.
Александр. Ой. Да. Визбор Сухарев Никитин. Да. Не сразу все устроилось, Москва не сразу строилась, слеза Москва не верила, а верила любви. Снегами запорожено, листвой заворожено, найдет тепло прохожему одельцу земли. Александра, Александра, этот город наш с тобой, стали мы его судьбой, ты вглядись в его лицо, чтобы не было в начале, удали там все печали, там и стало обручали, нам садовое кольцо. Москву гребили, красили, дубы стояли князями, мне они, а я сини. Без спросу росли, Москва не зря надеется, что вся листву наденется. Москва найдет для девица хоть краешек земли. Александра, Александра, что там бьется перед нами? Это ясень с семенами крутит вальс на мостовой, если с видом деревенский приобщиться к вальсу мерзкий. Он пробьется, Александра, он надышится Москвой. Москва тревог не прятала, Москва видала всякое, но беды все и горести склонялись перед ней. Любовь Москвы не быстрая, но верная и чистая, поскольку материнская любовь других сильней. Александра, Александра, что добьется перед нами? Это ясень с семенами крутит вальс на мостовой. Если с видом деревенский приобщился к вальсу венский, он добьется, Александра, он надышится Москвой. Александра, этот город наш с тобою, стали мы его судьбою, ты вглядись в его лицо, чтобы не было в начале, удалит он все печали, но стало обручальней нам садовое кольцо, он и стало обручальней нам садовое. Александр Городницкий, Юрий Хорликов. Абхат и трава, тут где подспудно, уходят лето, быстрые секунды, где волны, как каменные дубы, где с непривычки нелегко идти, тень облака, плывущего над тундрой день птицы, пролетающий над тундрой день оленя, бежит по тундре, перегоняет пешего в пути. И если как-то раз, проснувшись утром, забыв на миг о зеркале и пудре, ты попросил рассказать о тундре, и лист бумаги белый я нашел, тень облака, плывущего над тундрой день птицы, пролетающий над тундрой день олень, что бежит по тундре, изобразил бы я карандашом. Потом, покончив с этим трудным делом, оставив место для ромашек белых, весь прочий лист закрасил бы я смело зеленой краской радостной для глаз. А после выбрав кисточку потоньше и осторожно краски взяв на кончик, не
свой рассказ. Я повторять готов, живущий трудно, что мир устроен праздничный и мудро. Да, мир устроен праздничный и мудро. Пока могу я видеть каждый день тень облака, плывущих на тундре тень птицы, пролетающий на тундре тень оленя, что бежит по тундре, а рядом с ними собственную тень. Тень облака, плывущих на тундре тень птицы, пролетающий на тундре тень оленя, что бежит по тундре, а рядом с ним собственную тень. Выполняем просьбу многих людей в этом зале, не знаю, что вас там. Целый день стирает прачка, муж пошел за на самом из спортивных занятий.
увлекаюсь лишь закручиванием бегуди. А он целый день доставался от счастья, и даже водил кого-то в кафе фиалка. А к вечеру добыл два рыбных заказа, которые сменял на два билета на Таганку. Наивно ожидали секретики старые, когда ж мы кончим брать на самом деле. Где ж станция с названием «Правдивые миры»? Но, как сказал другой поэт, уж сорок близится, счастья все нет. Они созвонились поздно вечером, после программы «Время», когда бюро прогнозов наобещало нам солнце, а в окно было видно, как собираются дожди. Она ему сказала: «Милый мой, у меня есть замечательное предложение. Давай мы с тобой поженимся». А он ей сказал: «Созвонимся». Наивно ожидаемый секретики стары, когда ж мы кончим брать на самом деле? Где ж станция с названием «Правдивые миры»? Но, как сказал один брюнет, уж рельсы кончились, а станции все нет. Потому что эта песня из нашей программы с Лешей Росошанским, Алексей Росошанский, который голос московского метро, вот он, и мой товарищ по Нордосту, мы с ним сделали визбровскую программу, и иногда очень редко ее поем. Вот, приятно, что вы... А, кстати, мы будем вести концерт большой визбровский 20 июня в храме Христа Спасителя. Зале сокровищ собрали. Да. Я уточняю. Мы не будем там плясать вот это все. 20 июня, да, в зале соборных собраний. Не знаю, есть ли там билеты, думаю, что еще можно купить. Вот, да. Там будет очень много замечательных исполнителей, а мы с Лешей будем вести и петь одну песенку. Хорошую. Вот. Но ее без Леши никак не спеть. Так, значит, дальше заявочки. Да, кто побежден, кто побежден, все передумываю снова, всем перемучиваю вновь. Кто для чего, не знаю слова, кто для чего, не знаю слова, была любовь. Все дьявольски наоборот, что подозрительно мурлычет сибирский кот, сибирский кот. В том поединке своей воли, кто в чьей руке был палик и мяч, чье сердце ваше, мое, чье сердце ваше, летела вскачь.
Все-таки что же это было? Чего так хочется мне жаль? Так и не знаю, победимой. Так и не знаю, победимой. Побеждена. Володи Васильева мы сейчас поем, нашего друга, дорогого. Они, не пугайтесь, они по 20 секунд каждый. Потому что Владимир Васильев, это как раз тот самый автор, который вот эту... Ну, хоть по 20 минут мы не боимся. Это вам так кажется. Здесь воздуха все меньше и меньше. Ничего, ничего. Мы воздухом поделимся. Будем дышать из рота в рот. Итак, Владимир Васильев. Романс первый. Вечером вы ожидали полковника, гром доносился военных музык. Выплюнул челюсть, кумот на полкомнаты, высунув платья в огрядный язык. Сердце манило в объятия сладкий, разум в объятия того, что не мил. Двигал ящик божественной пяткой, лязнул кумот и язык. Скребут на горизонт никого в направлении.
нам подобных сокровищ не надо и даром. И пошли по пескам, по следам. Но сегодня сюрприз. А никто и не забоялся. Здорово получилось. Видимо, ничего страшного в этом нет. Зря мы за 15 лет боимся. Надо бояться. И с лягушки она превращалась в девушку. Ой, не доцеловал. Кожа у нее теперь зеленоватая. Глаза чуть на выкате. А так ничего. Ты не печалься, царевич Иванушка, говорит ему девушка. Это ничего, что спина у меня пупырчата, зато ноги прыгучие. Эх! Не нацеловал. Так, берем гитарки и поем «Давай идут тебя лавиной». Ой, спасибо. Да. Поем произведение Булата Акуджава «Вилку с Кремальдой».
хотелось очутиться в тот вчерашний, быть любимым и не думать о спасении. Thank you.
на бис споем песню «Земля и Юпитер». Давайте. Вы ее хорошо запомнили, выучили. Теперь и потом вместе с нами. Крутятся огромные планеты, далеко раскинуты в пространстве, чтобы уловить немного света. Кружатся планеты, словно в танце, видят только издали друг друга и мерцают, подавая знаки. Возможности есть быть друг с другом. Давайте не будем их упускать. Спасибо.